убивать тараканов, может. Нет, не будем. Мы еле-еле собрали обратно нашу коллекцию наших человечков Лего. Да, а посмотрите остальные мои видео, вот там наверху они. Да. Да. Там наверху видео было, в прошлом видео, было нашествие тараканов. Да. Роботизированные тараканы напали и загрызли всех наших Лего-человечков. Да, один вот задом наперед. А один даже остался еще задом наперед. У нас есть много различных интересных человечков. Да. Вот здесь у нас Iron Man, здесь у нас Халк, здесь у нас Капитан Америка. Да! У нас много золотых ниндзяк, у нас слоны. Да! У нас Аллея Мстителей. Да! У нас фигурки на мотоциклах. Да! Целая куча Лего Бэтменов. Но только один на мотоцикле. И один даже свалился. Да! У нас даже двое ниндзяк есть на велосипедах. Классные Бэтмен и Джокер на машинках. Тёмочка, а что ты предлагаешь сегодня нам собрать? Вот этого. Вот этого? Да, вот, на. Так, кто это у нас? Это у нас Бэтмен. Да, но только в другого костюме. А, это в другом, каком-то в другом костюме, в каком-то тигровом интересном костюме. У него такая же тигровая интересная машинка. Да, я тоже это тебе говорю. Ну что, Тёма, давай собирать? Давай, поехали! Вот, ребята, наконец-то мы собрали. Да, Тёмка, интересные получились у нас Бэтмен на своем автомобиле. Ага. Прикольный. Прямо вот эти все наклейки мы наклеили, они такие стали пестрые. Я даже не знаю, что сказать. Какой-то Бэтмен очень странный. А ну-ка, давай сблизи посмотрим. Давай, да. Вот какой интересный у нас Бэтмен. Угу. Правда, я никогда такого не видел в жизни. Смотри, он какой у него, какой-то бабочка, какой-то тигровый костюм у него. Да? Ну, прям не знаю, даже не похож на Бэтмена. Да, ну он же другую одежду одел, чтобы его перейти ресторан. Ты абсолютно прав, Тёмочка. Это такой Бэтмен в ресторанной форме. И машина у него, видать, какая-то ресторанная. Да, машинка прикольная, с крыльями, да. С рогами здесь, я не знаю, по бокам пистолеты какие-то вот голубые. Да, если какой-то преступник очень захочет зайти в его машину. Так, Тёмка, давай-ка мы сейчас поставим его внутрь и давай. Посмотрим, что получится. Да. Вот, ребятки, какие у нас интересные получились машинки. Угу. Две машинки Бэтменов и одна машинка Джокера. Да. Ну, эта машинка такая совсем, да, вот он сел на нее, но она такая вся прямо чуть ли не в стразиках. Да, да, а сейчас у нас три робота и три машинки с супергероями. Да. А еще у нас три слона. Да. Так случайно совпало, что некоторых фигурок у нас всех по три. Да. Ну, с вами супер, Тёма, подписывайтесь на мой канал, ставьте много лайков и всем пока!